Наверняка у каждого из вас что-нибудь да пригорало на плите. Наверное, самое неприятное – это убежавшее молоко, которое растекается по всей варочной поверхности, и потом его очень трудно отмывать. Ну, а сегодня я вам покажу, что сбежавшее молоко – это не самое страшное, что может случиться с вашей плитой. Потому что сегодня мы будем готовить термит. Опыты с термитом – мои самые любимые. Что такое термит? Это смесь оксида железа, Ferrum-2O3, ну, по сути, ржавчина, с алюминиевой пудрой. При их соединении и поджиге кислород из железа переходит к алюминию. Тем самым начинается бурная химическая реакция с выделением огромного количества тепла. Горение происходит при температуре от 2300 градусов до 2700 градусов. Зависит от консистенции. Сколько получится у нас, я еще не знаю, но, уверяю вас, это будет здорово. Так, лучше, наверное, вот так это сделаем. У нас много термита, и это действительно опасно, поэтому я немного нервничаю. Ну, а плита-то уж, я думаю, вот такой вот ковшик с термитом, который сейчас будет убегать из него. Теперь я открою крышку для того, чтобы увидеть, прогорит насквозь плита или нет. И попрошу операторов немножко закрыть диафрагму, потому что будет очень яркий свет. Ну что, поехали? Да. Ну, это ручка. Так, это у нас, похоже, насквозь прогорело. Так, жарко. Ох. Ну что? Я вам так скажу, на своей кухне я бы ни за что не стал готовить термит.